распаковочка. Небольшая. На Алишке для Ford Fusion заказал скан-разъем. Вот так вот он приходит. Заказывал самый простенький, 350 рублей он стоит. Радует то, что есть диск. Ну и как бы сам разъем. Bluetooth подключение к Android. ПК. Power. Кнопочка. Убеди. Ну, проверим, посмотрим, сможет он считать ошибки каким приложением, ну и вообще, влезет ли он без разбора самого разъема во Ford Fusion. В общем, как-то так. Ссылка на него будет в описании. Ну и при помощи вот этой вот программки я решил проверить, насколько адекватно он делает показания, снимает данные с машины. Ну, в принципе, соответствует версии 2.2, что неудивительно. Значит, не обманули. Накачал еще программулинок, ну и вот по одной решил проверить. Там ошибки можно посмотреть, много всего интересного. В принципе, можно скачать еще кучу программ, благо очень много и бесплатных, и платных, и про-версии выкладывают в телеграм-каналах. Поэтому, я думаю, с этим особых заморочек не будет. В общем, данные, ошибки. Забегая наперед, могу сказать, что ошибки старые, я их стер, больше они не появлялись. Ну, в принципе, вот майма тэшу майма, как говорится. Я думаю, полезная штучка. В крайнем случае, для такого своего применения более-менее просканировать, посмотреть, куда лезть и что смотреть.